У всех трудящихся два выходных дня в неделю. Мы, цари, работаем без выходных. Жить так, как тебе хочется максимально. Не откладывать какие-то вещи в долгий ящик. Ну да. Поговорить с близкими, помириться с теми, с кем ты поругался, и уже не помнишь, из-за чего поругался, да, и вас там сдерживает ваше время. Там, сдать на права, как ты планировал миллион лет это сделать, выучить на права.